Эй, ты не знаешь, когда нам воду собираются вернуть? Если тебе что-то понадобится, дай мне знать. Здравствуй. Бешеный граф сказал, что у него есть работа для этого тупого искателя хранилища. Здравствуйте. На панели наград у черта на куличках доступны новые задания. Можно подобрать себе машину! Отправляемся в путь! Можно даже раскрасить ее в любые цвета! Здравствуй! Бешеный граф сказал, что у него есть работа для этого тупого искателя хранилища. Здравствуйте! На панели наград у черта на куличках доступны новые задания. Кое-что есть для тебя.
убила! Лекарство на любой вкус. Хотите убивать эффектно? Купите нужный модуль. У нас самый лучший ассортимент. Сказал, что у него есть работа для этого тупого. Да? Чё надо? Увидимся. Достойны только самого лучшего. Ищите хранилище, тогда вооружайтесь до зубов.
найдешь здесь то, что Ура! Тебе нужно, значит, не найдешь этого нигде на Пандоре. Здравствуйте. На панели наград у черта на куличках доступны новые задания. Здравствуйте. Хелена Пирс ждет вас в новой гавани. У нее есть для вас работа. Могу помочь. Алое копье. Очередная группа чужаков. От них ничего хорошего не жди. Будь осторожнее. Покупайте только лучшее. Если лекарство на любой вкус, вы сможете себе Лада, не обязательно быть. Здравствуйте. На панели наград у черта на куличках доступны новые задания.
не стесняйся. Ну давай же, такси блюз. Эй, не пора ли нам в путь? Надоело ходить. Thank you.
На связи скутер, и он говорит, 4 колеса лучше, чем... себе машину. Можно даже раскрасить ее в любые цвета. Но из сторон обязательно есть преимущество. Кому нужен врач, когда есть мои машины со своими страшными иглами? Отправляемся в путь. Ну что, пора и по газам. Thank you.
578. Не спала 3 дня. Я съела всего 6 жуков в алфавитном порядке, начав с жужелицы и закончив десертом из прыгунчика обыкновенного. Информация, полученная с помощью автоматической дешифровки, приблизила меня к месту расположения цели. Цели, которая, по-моему, поможет мне открыть хранилище. Мы с диктофоном Эхо больше не вместе. Но я желаю ему всего наилучшего, и мы остались друзьями, так что я продолжаю записывать сообщения. День 616. Иногда я мечтаю, чтобы мне не дали этого назначения и не отправили на Пандору. Корпорация Даль попросила меня уехать. Они передали, что я должна ехать. Уже все уехали, кроме преступников, которых отпустили на волю. Они не будут мне друзьями. Поэтому я тоже решила уехать, как распорядилось начальство. Но потом я кое-что нашла. Думаю, это ключ к хранилищу. Это доказывает, что хранилище существует. Оно здесь, на Пандоре, и я могу туда попасть. Еще я вычислила, что скоро исполнится 200 лет с последнего открытия хранилища. Примерно в течение полугода. Если я улечу сейчас, я не смогу вовремя вернуться. Я останусь. Может быть, один из каторжников станет моим другом? Возражал. День 653. Сегодня мой день рождения. Я уже долгое время совсем одна. Утром в мой лагерь случайно забрел каторжник. Я позволила ему побродить тут, перед тем, как убила его несколькими выстрелами в спину. Я тут же раскаялась в своем поступке, потому что контакт с человеком, каким бы неловким он ни был, меня бы развлек. Я решила, что его звали Лесли, и что у него было трудное детство, так как его дразнили из-за девчачьего имени, а издевательства в итоге довели его до распутства и преступной жизни. На его ягодице была татуировка, чем-то похожая на имя Патрисия. Может быть, я и придумала тату. Опыт подсказал мне, что нужно спрятать найденный мной фрагмент ключа от хранилища. Только так он будет в безопасности. Это крайне важно. Я передала его человеку, известному как Бешеный граф. Он не бешеный, просто не любит людей. Ключ от хранилища будет в надежных руках. Еще я отдала ему свое нижнее белье.
684. Кажется, я больше не могу покинуть лагерь. Я собрала всю информацию, которая была мне нужна, чтобы найти хранилище. Но попытки выйти за пределы своей территории провалились, потому что меня просто парализовало от ужаса. Боюсь, у меня нечто вроде психоза. Что бы там ни было, я узник в собственной тюрьме. И ничего не смогу найти, если кто-нибудь снаружи мне не поможет. Я прозондирую почву, чтобы понять, получится ли у меня отыскать на этой планете кого-то, кто оказал бы мне помощь. Скорее всего, я разошлю между нами сообщение, чтобы привлечь искателей хранилища. Общество мне не помешает. Приветик. День 7, 1, 8. Сегодня я очнулась за пределами лагеря. Не знаю, как я там очутилась, но, кажется, я преодолела свою неспособность выйти. Насколько я понимаю, это будет моей последней записью перед тем, как я рассею эти записи эхо в самых разных местах. Мой диктофон эхо явно сошел с ума. И если я не буду осторожна, то тоже свихнусь. Я вернусь и закончу свое исследование, когда избавлюсь от этого неверного диктофона. Патрисия Танис, отбой.
Ленинград. У черта на куличках доступны новые задания. Задание. У нас живут машины. Выбирай по вкусу. Если нужны лекарства, подходим и берем.
Эй, не пора ли нам в путь? Давай рванем! Сталь производит отличные амортизаторы отдачи, позволяющие точно стрелять даже в разгар боя.